Всем доброго времени суток, с вами Мэрвин и канал Airsoft Русич. И сегодня у нас новая часть проекта ТОП-5. Итак, поехали! В данном выпуске я вам расскажу про СХП модели. От самого тихого до самого громкого. Конечно, получится 5 моделей. Все по порядку я не буду называть, то есть буду называть только 5 моделей. Итак, на 5-м месте у нас располагается пистолет Макарова под холостой патрон от компании Molot Arms, калибр 10x22. Итак, что, собственно, я вам могу рассказать о данном пистолете. Пистолет достаточно тихий из всех СХП. Он подходит только для новичков, чтобы получить какие-то навыки, знания по обращению СХП оружием. Да, пистолет достаточно тихий, не намного громче звук выстрела от капсуля КВ-209, примерно в 2 раза, не более. На 4-м месте у нас располагается пистолет Тульский Токарев от компании Molot Arms под калибр 10x31. Данный пистолет достаточно громкий, калибр у него большой, частично повторяет звук выстрела из дробового патрона. Итак, пистолет достаточно громкий, но звук выстрела на нем громче, чем на боевом пистолете Тульский Токарев. Итак, на 3-м месте у нас располагается автомат Калашникова, модернизированный, под холостой патрон 7,62 на 39 мм. Итак, данный автомат достаточно громкий, звук выстрела на нем примерно такой же, как на боевом образце. Ну, в целом, очень неплохой автомат. Итак, на 2-м месте у нас располагается автомат Калашникова складной, образца 1974 года, укороченный, под калибр 5,45 на 39 мм. Собственно, данный автомат достаточно громкий из-за короткого ствола. Он намного громче всех прошлых названных моделей. И лидером сегодняшнего видео у нас является самозарядная винтовка Токарева, образца 1941 года. Итак, данная винтовка выпускается под холостой патрон, под калибр 7,62 на 54 мм. Данная винтовка наиболее громкая из всех названных моделей и наиболее громкая на российском рынке. То есть громче этой модели пока что нету. Конечно же, я мог сказать, что самая громкая — это ПТРД, то есть противотанковое ружье Дегтярева. Но на российском рынке его как такового нету. Калибр там, конечно, большой, и, естественно, звук выстрела тоже очень-очень громкий. Но на российском рынке его нету. Поэтому все, что есть, я назвал. Итак, кому понравилось данное видео, не поленитесь поставить лайк, подписаться на канал. А вам я желаю удачи, много патронов, много оружия, качественного снаряжения, много денег и... Всем до скорого!